Безопасно и бесперебойно мощный IT-хаб запустили в Новосибирской области. Такой коммерческий центр обработки данных – второй проект в России. Как он изменит цифровую жизнь региона, расскажет Светлана Шевченко. Центр обработки данных открыли сегодня в промышленно-логистическом парке. Крупнейшие компании смогут размещать свои цифровые сервисы с гарантией бесперебойной подачи информации. Новый дата-центр открывает возможности внедрения высоких технологий. 5G, искусственный интеллект и в перспективе даже беспилотное такси. Вот таких 440 стоек будет размещено в первой очереди. Сюда будут помещать оборудование потенциальных клиентов. Всего стоек планируется 880. Мощность каждой стойки 7 киловатт. Услугами дата-центра по хранению и обработке данных пользуются региональные компании и крупнейшие российские телекоммуникационные операторы, в том числе Вымпелком, который также является партнером проекта. Всего около 20 предприятий. Жители региона тоже могут оценить развитие цифровой инфраструктуры. Будут доступны цифровые сервисы, которые на сегодня либо недоступны совсем, либо работают медленнее, чем хотелось бы, потому что все равно большинство судов размещено в Москве. Между Москвой и Новосибирском есть задержки сигнала, скорость приложения, качество приложения и новые цифровые сервисы. Но люди это почувствуют. Дата-центр соответствует международным стандартам и гарантирует стабильную работу вычислительных систем любого поколения. 90% оборудования отечественного производства. Строительство ЦОДа вели ускоренными темпами. Приступили в апреле прошлого года. Сегодня полностью готова первая очередь. Сейчас возводят еще 440 IT-стоек. И уже есть заявки на размещение. Закрепляет статус главного IT-центра страны за Уралом. Новосибирска. Это важно для развития промышленного логистического парка, расширения специализации, профиля этой территории и подтверждения правильности ранее принятых решений. Мы не пытались ограничивать какую-то отраслевую специализацию, создавали условия для появления здесь производств самого разного профиля и масштаба. Центр обработки данных – это еще и новые рабочие места. Уже сформирован коллектив из 45 человек. В перспективе создания дополнительных мест для IT-специалистов, в том числе молодых кадров. Вторую очередь СОД планируют ввести в следующем году. Кейпоинт построит подобные центры в более чем 30 городах страны. В самом промышленно-логистическом парке до конца года откроют еще несколько предприятий. Светлана Шевченко, Константин Менин. Новости ОТС.